Знаменательное событие произошло 12 мая этого года для городского поселения Видное. Началась процедура его принятия в Ассоциацию малых и средних городов России. Распоряжение об этом подписал президент ассоциации, глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов. Слово Людмиле Медведевой. Глава Дмитровского района и президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов, приветствуя присутствующих на подписании распоряжения о принятии городского поселения Видное в Ассоциацию, отметил, что Ленинский район является маяком в решении многих вопросов развития Подмосковья. На протяжении последних лет, что возглавляет Кошмар Сергей Николаевич, во всяком случае, заметна эта стабильность, и я могу сказать, заслуга в этом есть его бесценная. Глава района Сергей Кошман в своем выступлении отметил важность вступления в ассоциацию городского поселения Видное. Это даст большую возможность обмениваться своим опытом развития. Наш город Видное в Ленинском муниципальном районе является самым крупным муниципальным поселением городским. В городе проживает 60 тысяч человек. Город динамично развивающийся. Город развивающийся настолько динамично, что в ближайшее время в городе уже будет и 100 тысяч проживать. А значит, нам очень интересна практика работы в других городах. Безусловно, и города Дмитрова, одного из флагманов муниципальных образований Московской области. Ассоциация малых и средних городов России – крепко, динамично развивающаяся структура. Она объединяет в себе более 100 муниципальных образований со всей России. Задача этой ассоциации, чтобы прежде всего лоббировать все вопросы, касающиеся развития местного самоуправления или 131-го федерального закона о развитии местного самоуправления. К сожалению, сегодня, отметил Валерий Гаврилов, налицо тенденция централизации власти. Выбивать почву из-под местного самоуправления недопустимо. Это именно тот фундамент, на котором может развиваться вертикаль власти. И вступление в ассоциацию городского поселения Видное, обладающего силой голоса, способного выразить свою позицию, очень важно. Мы с удовольствием и с хорошей такой инициативной своей работой готовы тоже быть членами этой ассоциации, внести свой вклад, быть вашими и помощниками, и союзниками, и соратниками. Вступая, безусловно, мы рассчитываем перенять лучший опыт городов России. Мы готовы активно делиться и своими наработками. Я считаю, что у нас тоже есть чему поучиться, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Безусловно, мы видим здесь огромный потенциал для своего развития. Нам тоже есть чем гордиться, и вы знаете, что мы, как и город Дмитров, были признаны в 2006 самым благоустроенным городом России. 22 июня 2014 года в городе Шадринске Курганской области пройдет общее собрание Ассоциации малых и средних городов России, где и будет решен вопрос о принятии городского поселения Видное в ассоциацию. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.